您非常了解历史，您也是历史的亲历者和缔造者，所以在现在这样一个历史变局的十字路口，您如何看待习近平主席所提出的构建人类命运共同体的理念，以及中方提出的全球安全倡议、全球发展倡议和全球文明倡议？ Спасибо, что вы об этом вспомнили. Почему?Потому что, насколько я понимаю, впервые эти идеи были сформулированы, ну, так, в общем виде, по-моему, в 2013 году во время визита председателя Си Цзиньпиня в Москву, и он выступал в Московском государственном институте международных отношений. И впервые там об этом заговорил. Ну, конечно, это такой глобальный подход к истории человечества. Конечно, все взаимосвязано. Вот, а сегодня, когда идет формирование многополярного мира, то эти идеи стали еще более актуальными. Вот он говорил об этом в 2013 году, а сегодня они реально воплощаются в жизнь. И это чрезвычайно важно. И в этом смысле, конечно, вот он, смотрите, в 2013 году говорил здесь о формировании вот такого глобального мира и взаимосвязи между судьбами всех стран и народов на планете. А потом выступил с инициативой «Один пояс, один путь». Но это же практическая реализация того, о чем он говорил, ну, более или менее в теоретическом плане. Мне кажется, что последовательность и движение к общим целям при осознании сути происходящих событий, ну, это отличает и председателя Си Цзиньпиня, и политику КНР. 最近金砖国家合作机制迎来了扩员，从原来的五个国家增加到了十一个国家。在您看来，这是一个怎样的历史变局标志？ Многополярный мир создается сам по себе, по факту. И происходит оно в связи с ростом потенциала многих стран.В том числе и не в последнюю очередь с ростом потенциала Китайской Народной Республики. Индия растет в Азии, Индонезия растет, многие другие государства в Латинской Америке, Бразилия, Россия встает на ноги и крепнет. И повторяю еще раз, это проявление объективного процесса формирования многополярного мира. Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС,поддерживает эту идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена. Все хотят равных отношений. И видят, если присоединяются к БРИКС, что в рамках расширения и в рамках укрепления вот такого формата, вот таких вот отношений между странами, мы можем добиться этой цели быстрее, на основе объединения усилий.